Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. А в этом видео будем использовать стемпинг и выполним красивый нежный дизайн ногтей. Итак, покрываем ногти полупрозрачным белым оттенком, затем на большую половину сиреневый. Сиреневый достаточно светлый, я его наношу в два слоя. Снимаем липкий слой. Будем использовать гибкую ленту. Я выбрала самую тонкую. И переносим ее на ноготь. Обрезаем лишнее. Теперь подготовим штамп для стемпинга. Очищаем его. Половину ногтя я закрываю скотчем и буду использовать вот такой металлизированный лак для стемпинга. Он сохнет на воздухе. И при помощи жидкости для снятия лака снимаем остатки. Теперь буду использовать гель-краску для стемпинга. Переносим на ноготь, и ее уже надо просушить в лампе 30 секунд. Очищаем пластину обезжиривающей жидкостью и убираем скотч. Добавлю немного базы. Подсушу и отпечатаю серебристую фольгу. Наносим матовый топ. Вот такой дизайн получился. Приступаем ко второму. Ставим бирюзовым несколько мазков, сушим в лампе, затем добавляем сиреневый. После просушки снимаем дисперсионный слой. Приклеиваем скотч и будем использовать металлизированный лак для стемпинга. Отпечатываем небольшой элемент цветка и сверху отпечатываем белым цветок. Все убираем. Теперь приклеиваем металлизированную фольгу. Покрываем матовым топом. Нам понадобится гель-краска без липкого слоя. И ставим ей точки поверх готового дизайна.
Вот такие нежные дизайны у нас получились. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч в следующем видео.